сегодня не пошел в школу, и первые два урока мне приходится сидеть в подъезде, видите, лестница. А я уже больше часа нахожусь на 13 этаже, хожу с этажа на этаж, играю в игру Hearthstone. Хорошо, что я взял с собой планшет и телефон. Вот, играю в телефон, могу как-то себя развлечь. А также монтировал новый тизер для новой истории о старом Фигдене. Скоро он будет на канале. Но это влог, и мы начинаем. Игра Hearthstone не так давно появилась на мобильные телефоны, в частности на iPhone. Когда она вышла на iPad, я ее скачал, но как-то не разобрался, как в нее играть, и удалил со временем. А сейчас, когда она вышла на телефон, я по чуть-чуть в нее играю. Долгое время я сижу и играю в Hearthstone, потому что не знаю, чем еще себя можно занять. Учебник с художественной культуры, потому что я на нем сидел, ну не сядешь я на лестнице. Жду, когда будет 10 часов, чтобы пойти домой, потому что раньше там будут родители, и я не могу типа вернуться, когда они там. Сейчас я стою здесь, возле окна, и жду, когда они выйдут из подъезда, и тогда я смогу вернуться домой. Я возвращаюсь с 13 этажа пониже. Не буду говорить, на каком этаже я живу. Но все, я иду домой. Так что, ура! Полчаса назад я вернулся домой. Я хочу кушать.